каждый тренер хочет большего. И я тоже в том числе хочу от ребят добиться большего. Я только что им в раздевалке сказал, что хочу большего, да, и хотел выжать много из каждого из них. Что-то получалось, что-то не получалось, ошибка тренера или какое-то непонимание. Все это было. На данный момент, если собрать качественных украинцев, да, можно собрать одну команду, но не более. Потому что много в подготовке наших украинских игроков было потеряно раньше. И та молодежь, которая только сейчас подходит, она имеет какие-то баскетбольные азы или, там, как мы говорим, IQ баскетбольное. Все имеет смысл, но я думаю, что на данном этапе идеально было бы, чтобы к нашим украинским игрокам добавлялись в проблемные позиции качественные легионеры, именно качественные. И тогда и результат будет, и будет рост игроков. И самое главное от украинцев – это желание. Да, как Айнерс Багацкий все время говорит, чтобы были яйца. Наверное, все правильно. Из песни слова не выкинешь, поэтому чтобы у наших баскетболистов, спортсменов, не только баскетболистов, но и других видов спорта были яйца в том понимании, как в боевом, да. Поэтому каждый сезон он что-то новое преподносит. И что будет в следующем сезоне, да, вот мы сейчас видим, что и Черкасы, и Днепр, и Донецк, все открывают новых игроков, кто-то появляется на небосклоне. Главная задача у них не останавливаться.